Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Подборка мемов. Так, 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 так. Блять, я смотрю Соболину, у меня нет пива. А можно смотреть Соболину без пива? Я буду смотреть, мне похуй. Всем привет, меня зовут Мориарти, и да, я съел свою какашку. Блять, так что? Это просто тупо, что? My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Не знаю, вот, кстати, вот эта ситуация вот с этой фоткой, я пока, короче, чтобы вы понимали, пока не шарил за ситуацию, вот которая была с Анохиной, вот с этой алкашкой, где Вова перепил, мне было вообще похуй, не смешно вот с этой фотки. А теперь я, когда ее вижу, думаю, бля, это так охуенно. Прикинь, какая-нибудь фотка твоя расфорсилась, блядь. Я вспомнил, что Crazy Mega Hell кидал свои фотки, он еще меня фоткал, когда я был бухой. Так, секунду. Помните, я рассказывал вам историю про друга, который в этом, как он называется, ну, которого я пытался разбудить, а он надел на себя ведро и наблевал в него и уснул. Вот, собственно, эта фотография. Но я вам показывать ее не буду, наверное, потому что пиздец. Так. А здесь нет фотографии со мной. Блять, а где фотки со мной, сука? Блять, ты что, все удалил, что ли? Блять, компромат на меня где? Нашел. Если бы ему Руслан подходил, этот интервью брал. Ну, бля, мне тут было грустно, ребят. Я себя плохо чувствовал. Мне Руслан подходил, меня поддерживал. Ну, как поддерживал, издевал. Бля, видите, короче, эту железную ванную? В общем, я вот тут валялся на полу бухущий. И я, короче, разозлился то ли на Руслана, то ли еще на кого-то. И со всей дури костяшками вот по этой железной ванне ёбнул. Блядь, я думал, у меня рука сломалась на самом деле. Там просто, ну, типа, очень больно было. Я слабый, к счастью. Повезло в этом плане. Бля, тут такие фотки есть, это вообще охуеть. 2014 год, то есть здесь мне где-то лет 20. Бля, 20 лет, зацени. Довольный сидит. Приехал, смотри, довольный. Смотри, довольный 20 лет. Бля, ебать долбоёб. Так. О, бургер кушаю. О, с Ивангаем, смотри. Ивангай, Шеден, Шмальц, ебать, люди. Компания собралась крутая. Клёво. О! Как вам? Ложка, вон я, блядь. Вон, снизу нахуй. Просто вот. Это я нахуй. Нормально вообще? То есть, как я удаюсь на фотках? Ну, мне кажется, смотря вот на этого чувака справа, блядь, мне еще повезло. Бля, больше никаких фоток интересных, ну вот кроме вот этого и вот этого. Ну, это я хуй знает, что такое вообще. Так что посрать. Ладно. А где там Соболина? Я что-то не туда вообще полез. Я не помню, зачем я туда полез. Дети? Ну, я обычно помню. Дети, блядь! Они сбежали! Сейчас надо будет спросить, блядь, где дети? Сейчас, к тебе вопрос. Я сейчас смотрел Соболину, и ты сказал там то, что у тебя за окном дети, и они пропали. Вот вопрос, где они? Начинаю себя сейчас какую-нибудь хуйню спиздану, прям лютую. Ну, блядь, я тебя знаю, сейчас какая-нибудь херня будет. Блядь, не важно, где они, важно на чем. Блядь, ну... Конченый, сука, ублюдок просто. Ты конченый ублюдок. Спасибо. Что ты похитил 5 миллионов рублей у детского дома, тебя не смущает? Нет, мне вообще не стыдно. Вы этим делом занимаетесь уже давно. Правильно я его понимаю? Да, уже 10 лет. Он сынный мошенник. Да я просто украл эти деньги и все, мне похуй на детей. Подожди, а как это? Как они будут без финансирования? Мне все равно... Видишь, вот это? Это размер хуя, который я клал на детей. Ну, бля, вообще факт. Лучше деньги оставить себе. Или отдать...
хватит, Максим, прекрати, блядь! Прекрати! Не договаривай нахуй, кому отдать лучше деньги. Не договаривай нахуй. Ты же знаешь, лучше не надо. Все, хватит, тихо. Так, ладно, идите. Бля, это охуенно. Молодец, Соболина, молодец. Вот наконец-таки ТикТок стал прикольный. Поздравляю, молодец. А вы говорили хуйня, видите, уже начало прикольное. Молодец, Соболина. Я даже лайк тебе поставлю. Главное делать умное лицо, что ты все понимаешь. И я сижу, а сама думаю, господи, это капец. Бля, это, кстати, такая жиза. Я вообще вот с Дрейка вообще не понимаю этого прикола. Чувак шарит за все самое новое. То есть я захожу с ним в Дискорд, он такой: Макс, ты же знаешь, бля-бля-бля. Я такой: блядь, что нахуй? Ну вот это, бля-бля-бля. Я говорю: может, это какой-то старый мем, там шелушает? Я говорю: ты че, вообще бумер, блядь? Это старый мем, нахуй. Я говорю: мужик, какой старый, ему, блядь, недели две. Не, мужик, это вообще старье ебучее. Там сейчас нового угорают. Там вот эта девочка, которая лоль танцует. Вот эта, которая за аниме, там, типа, па-па-па-па-па-па-па, вот это. Я вообще не понимаю, как он за этим следит всем. У него просто говорю, у него свободного времени, да пизды. Поэтому он, ну, следит за мемами. Ну, реально, спросите, какое у него увлечение по жизни? Ну, он скажет: мемы. Смысл жизни — мемы, мемы. Это вот про Дрейка, ребят. Это капец. А какой у него прикол? Какой у него прикол? А, он не изучен? Ну, предположение есть какое-то? А, я знаю, какой прикол вот у этого СЦП. Им можно душить. Ладно. Ну, нахуй вы заебали. Да иди. Да идите нахуй! Блять, ведь реально будут искать и звонить, пиздец. Сквозь закрытие меша столь пробирает земля, дрожит и леденящий холод. Как в детстве снежинка лети, чтобы поймать молодой, красивая. Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. И не только наша. Но иногда мы понимаем, что... Сука. О, бомба, блядь! Подожди, а телефоны пока взрываются? Сука, что за тренды ебучие? Я слышал, что iPhone 15 разогревается до какого-то атмосферного, блядь, температуры. Ну, какой-то очень горячий становится и может тебя даже обжечь. Что за тренд, нахуй, на взрыв телефонов? Я ебал твою пизду, когда хочу. Бля, сюда не хватает грустной музычки. Сейчас я исправлю, секунду. Сейчас. Я ебал твою пизду, когда хочу в нее вздрачну. Не-не, подожди, хуйня, придумал лучше. Смотри. Я ебал твою пизду, когда хочу в нее вздрачну. Помню, как твоя мать хуй решила отсосать. Охуенно? Ну как будто мало. Вообще-то, скона — это не место для курения. Сию за секунду прекратите использовать электронную сигарету. Бля, так подумай, да не, пизда идут очки. Ну бля, ему же реально пизда идут очки. Он похож на этого, как его зовут-то? Сука, легенда, Чикатило. Ладно, шучу, но не, бля, ему реально идут очки. Сию за секунду прекратите использовать электронные... Не, это шутка, если что. Это шутка, если что. Сигарету. Гниль на первой парте в очках, блядь. Марина Сергеевна, а он рассказал то, что в учебнике. И Марина Сергеевна ее просто такая... Да, но он же выполнил все правила, все условия, он все сдал, как и должно быть. Поэтому то, что вы не додумались до этого, это ваша проблема. Если охуеть...
Бля, я не могу. Бля. А кстати, вы знаете, что Тоха больше так орать, по сути, не сможет. Ведь у него поменяли микрофон. У него новый микрофон. Теперь такого звука уже не будет. Блима. Все, ребята, все, ребята. Микрофон новый так не будет, блядь, чувствовать. Хуишь, блядь. Так. Ага. А я не слышал. Это вот это соболиное, правильно понимаю? Я убитый, хуй! Ну реально ж братья, сука. Я говорю, у Даши и Каши... Ой, у Дани и Каши. Подожди, их парень как называется, кстати. Даня плюс Каша, получается Даша. У них же реально есть свой вайб вот этот особенный. Да хуёв! Ну, это пиздец! Раз, два, три. Да я уже целевая Билайк. Чё, ты не лысый? А в чём прикол? Не понял. Бля, видите, опять какой-то новый мем, за который я не шарю, сука. Козлина, Америка, ты со своей Америки приехал к нам, к русским. Америка, ещё говоришь, что ты у нас не устраивает. Иран! Сегодня шла за картошкой в огород. Ой! Ой, грустно же. Упала, вот это поворот. А, блядь. Кирешка. Ебать, а чё? Я мечтаю яхте. Я тоже так могу, кстати, делать для эдитов. Только попросите меня, я сразу сделаю, мне вообще не проблемно. Гоу, ща. Блять, я больше... Я, короче, стул отбил нахуй. Ну, точнее, руку отбил. Об стул покопил. Я с таким упорством это делал, ребята, вы не представляете. Ты чё, чё ты ржёшь нахуй? Не смейся. Ща была, ух, невероятно просто, неописуемо, круто. Блять, сука, ебаная, блять. Какой ты, сука, надёжный берег. Пошла нахуй. Столица. О, Узбекистан, это я знаю. О, можно я в эту игру тоже поиграю, угадай столицу. Я круто, я реально по географии, чтобы вы понимали. Чтобы не спиздеть, 4. Узбекистан, это я знаю. Катакбац, блядь. Мы тебя с пацанами в Павлодаре нахуй, блядь. Мы, сука, подавём нахуй, блядь. А Кэлбека нахуй, он придёт нахуй и скажет: Милмата Алыбек, блядь, тебе пизда, сука. Собираемся нахуй. Сквозь закрытые стены асфальт пробирает земля, дрожит и леденящий холод. Как в детстве снежинка лети, чтобы поймать молодой, красивая, безупречная. Новая демка? Птичка, улетай! Мы с тобой не вместе! Я. Хуйня. Я. Хуйня. Я. Хуйня. Я. Хуйня. Самое. Грустно, кстати. Это самое. То самое. Меня нет, поэтому не смешно. Пятница. Сегодня. Ура! Сегодня пятница, а завтра выходной. Я предлагаю нам по стопочке с тобой. Возьмем винишко. Блять, вот.
вот типа рофл-рофлами, а вот подобный видос спокойно моя тетя или бабушка может отправить. Может даже два, чуть-чуть бухнем, чтоб не болела голова. Вот, короче, Соболина молодец. Это первый твой реально пиздатый ролик. Ты молодец, постаралась, лайк. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу.